This conference will now be recorded. Коллеги, добрый вечер. 18:30 на часах. Рад вас всех приветствовать. Я думаю, что потихоньку остальные будут подтягиваться, те, кто есть. Здравствуйте. Спасибо вам, что решили провести этот субботний вечер, обучаясь с нами, с Центром специальности, со мной. И давайте, чтобы долгий ящик не откладывать, начнем сразу с вами разбираться с тематикой. Немножко представлюсь и расскажу о тематике, которую мы будем обсуждать. Итак, семинар, на который вы пришли, называется «5 способов самонастройки перед выступлением». И буду рассказывать вам о нем я, Капнин Андрей, если кому-то нужно, Александрович. Бизнес-тренер, педагог-психолог, практикующий коуч. Достаточно давно уже занимаюсь публичными выступлениями, переговорами, более 10 лет. Работал в отечественных компаниях, работаю в зарубежных, работал на достаточно высоких руководящих позициях. Если кому-то интересно, по образованию инженер, закончил Бауманку и, в принципе, тоже неплохо разбираюсь в технических моментах. Что веду в центре специалист? Это ораторское искусство, креативное мышление и эмоциональный интеллект. Это то, чем я занимаюсь в центре специалист. Ближайший мой курс «Ораторское искусство» стартует 3 апреля. Итак, в двух словах о центре специалист. Сначала хочется узнать, скажите, вы первый раз в специалисте или уже были? Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто уже был, и минус, кто первый раз. Плюс. Плюс, вижу. Так, вижу минус. Угу. Ну, прекрасно, прекрасно. Большинство, значит, знакомо. В любом случае, в двух словах расскажу. Центр специалист, достаточно крупная организация, как вы понимаете, уже более 29 лет занимается обучением людей, и за это время порядка миллиона уже было обучено. Огромное количество корпоративных клиентов, огромное количество учебных классов, преподаватели, все это, в принципе, специалисты, и курсов около 1000, так что выбрать сможете все, что хотите. Если говорим про центр специалист, то чем он отличается от всех остальных? В лучшую сторону. Во-первых, конечно же, существует гарантия качества, как выпускник Бауманки, могу сказать, что очень похожа методика вообще организации учебного процесса. И в любом случае некие корпоративные тренинги тоже проводятся с учетом современных технологий. Результат, то есть в любом случае слушатели иногда приходят и спрашивают, почему так строго спрашиваем. Мы гарантируем результат. В любом случае мне нужно понимать, что вы что-то узнали, что-то вынесли, и поэтому приходится иногда спрашивать у вас домашнее задание. Но это не про сегодняшний семинар. То же самое. Средства, сохранение средств организации гарантируем с нашей стороны. Расписание занятий подбираем под вас. И безопасность, для кого это важно, есть онлайн занятия, есть офлайн занятия. Все с учетом коронавирусных наших реалий. Итак, семинар. 5 способов самонастройки перед выступлением. И что мы с вами пройдем? Во-первых, разберемся, как устроен наш мозг. Почему мозг реагирует на стресс перед тем же выступлением определенным образом. И получим с вами некие практические советы, как вообще работать с этим волнением. Второе. Узнаем роль самой подготовки в успешных публичных выступлениях и разберемся,
с этим навыком подготовки, в принципе, не только к публичным выступлениям, но и вообще к любому стрессовому делу. Первое, что мне хочется, чтобы мы с вами приняли, это правило номер один, правило одного микрофона. Если у вас возникает какой-то вопрос, вы его пишете, желательно голосом не проговаривать, потому что нас много, может наслаиваться некие каналы, которые друг друга перекроют, мы не услышим и нашим коллегам можем помешать. Поэтому первое правило – микрофон. Второе – вопросы пишите в чатик, я их в конце соберу и на них отвечу. Итак. С чего хочу начать? Как и говорил, хочу начать со строения мозга, потому что в любом случае любой стресс, любая подготовка, практически все, что мы делаем, касается нашего мозга. И существует теория, согласно которой у нас в голове существует три структуры мозга. Вот эти вот три структуры, они, скажем так, развивались по-разному и запускались, у нас организовывались в голове по-разному. Первое, с чего мы начинаемся в результате той же эволюции, появился у нас так называемый рептильный мозг. Что такое рептильный мозг? Ну, я думаю, из названия понятно, что появился он первым у рептилий. В принципе, достаточно просто. И в данный момент этот рептильный мозг в чистом виде можно увидеть у черепашек, у ящериц, ну и у всех подобных существ. Появился он порядка 100 миллионов лет назад. И у этого мозга существует только три реакции на все, что происходит в нашей жизни. Первая реакция – это «бей», вторая реакция – «беги», третья реакция – «замри». Все, то есть ничего больше мы не сможем выбрать, если находимся под воздействием, скажем так, под контролем вот этого рептильного мозга. Самый простой пример – это посмотреть на ту же ящерицу. Она либо убегает, либо замирает, ждет, пока мы ее не увидим, либо атакует. Вот, собственно, и все, что происходит. У нас тоже в голове есть вот часть, оставшаяся от этого рептильного мозга. Вторая часть, что у нас существует в голове, это мозг млекопитающих. Эмоциональный мозг, как его еще иногда называют, или лимбическая система. В этой части мозга у нас образуются сами по себе эмоции. То есть все, что связано с эмоциональной сферой, с гормональной сферой, здесь. Эта часть, она состоит из многих подотделов, мы частично еще разберем, чтобы не сильно вас грузить терминами. Суть в чем? Суть в том, что именно благодаря вот этой части нашего мозга мы способны испытывать эмоции. И если посмотреть на примеры из той же животной жизни, это кошки, собаки, млекопитающие, вот это все лимбическая система. То есть больше у них особо ничего не развито. В принципе, некую подобие эмоций они могут осознавать. Если у кого-то есть домашние животные, я, по крайней мере, часто видел, как собаки при расставании начинают плакать. Такое тоже бывает. И третья часть – это то, что нас отличает от всех остальных, это мозг приматов. На самом деле, небольшая часть вот этого мозга существует и у коров, и у дельфинов. Но суть в том, что она не настолько сильно развита, как у приматов и тем более у человека. И именно благодаря мозгу приматов, неокортекс или кора полушарий, как его еще называют, мы являемся людьми, то есть мы способны мыслить, наше рацио, логика мышления. Для чего я вам это говорю? Для того, чтобы вы поняли, что существуют вот эти три структуры и существует ключевая особенность. У нас все эти три вида мозга не могут работать одновременно. Работает что-то одно. Либо мы находимся в состоянии, вот мозг приматов, то есть мы соображаем, о чем-то думаем, не сильно эмоционально включаясь в любое дело. Либо мы испытываем очень сильные эмоции. Либо мы находимся в состоянии рептильного мозга, и у нас бей, беги, замри. Вот, это ключевые особенности. Поэтому, если вы находитесь в состоянии стресса, нужно четко понимать, где вы. То есть это мозг млекопитающих, может быть, некая эмоция. Либо вообще совсем все переклинило, очень-очень-очень страшно, хочется просто убежать, либо что-то сделать нехорошее тем людям, которым нужно будет сейчас что-то рассказывать. И я думаю, что вы сразу логически понимаете, что первое, что нужно сделать для того, чтобы было менее страшно,
это постараться включить вот этот вот мозг приматов, неокортекс, чтобы мы больше соображали. Как это делать, ну, чуть попозже мы с вами рассмотрим. Хочу показать вам сейчас один ролик, и потом мы с вами обсудим, зачем я вам его показал. Он немножко может показаться странным, но он очень хорошо описывает все то, что мы будем проходить с вами дальше. Небольшой. Живо, в реку! Бегемоты боятся воды. Нет, они в ней. Шакал. Шакал, Зулус. Куда поплывем? Налево! Окей, получается. Данный ролик очень хорошо иллюстрирует то, что происходит в нашей жизни, когда мы хотим заниматься чем-то одним хорошим, прекрасным, что-то ожидаем, но не всегда это удается сделать. И часть теорий, небольшое такое отклонение в сторону, часть теорий на русский язык достаточно хорошо не переведено, поэтому сейчас у нас с вами будет небольшой экскурс в современные знания из англоязычной части интернета. Существует следующая теория, что наш мозг в состоянии принятия решений может функционировать и направить нас по двум путям. Первый путь по-английски называется high road, то есть это некое шоссе с прекрасным асфальтом, но, допустим, по нему ехать где-то километров 10. Второй путь, который у нас существует, это low road. В русском языке аналог бездорожье. На бездорожье расстояние меньше, допустим, 2 километра. И наш мозг каждый раз, в каждой ситуации делает выбор. Либо мы едем дольше, но гарантированно приедем по асфальту, либо мы рискуем, но идем в сторону как раз-таки бездорожья. Может, приедем, может, не приедем. Непонятно. И наша реакция, конечно же, тоже очень сильно будет зависеть от того, что мы выберем. То есть, если мы выбираем вот этот high road, то есть шоссе, мы спокойно сядем, подумаем, разберемся. Если наш мозг выбирает реакцию low road по бездорожью, ну, соответственно, мы, может, хорошо приедем, а может, не приедем. Может быть, нам будет очень стрессово. Как наш мозг, если представить саму схему, реагирует в стрессовых ситуациях. То есть та же самая подготовка к публичным выступлениям. Зачем это нужно делать? Зачем себя настраивать? Что это такое вообще? Почему это должно быть? Смотрите. В любом случае у нас существует некий образ. Что же будет происходить на этом выступлении? Для чего мы готовимся? Мы пришли. И у нас некий образ. Если мы представляем что-то хорошее, наверное, наше внутреннее состояние будет тоже хорошим. Если мы представляем ужасные картины, что нас завалят, наше выступление плохое, на нас будут как-то давить эмоционально, кидать помидорами, ну, это тоже, соответственно, некое представление. Что же происходит у нас в голове? Существует некий стимул. Что мы себе напредставляли, то и идет. Здесь это стимул изображен в виде такого, как это правильно сказать, такой пиктограммки, вот правильной пиктограммки из фильма «Крик». Ну и, соответственно, мы на это реагируем. Сначала информация поступает, допустим, через наши глаза, мы увидели вот эту страшную картинку, либо, если, допустим, мы себе представляем информацию, либо что-то услышали, либо увидели, почувствовали какой-то запах, в любом случае. Соответственно, эта информация к нам поступает в первичные нервы, потом они обрабатывают эту информацию, и, как вы видите стрелочку, у нас поступает эта информация, так называемый таламус. Первичная обработка информации начинается там, и этот таламус именно решает,
а куда же мы пойдем? То есть мы поедем, допустим, по бездорожью, примем какие-то очень быстрые, но не совсем хорошие решения, либо постоим, подумаем и поедем по более надежной, но более долгой дороге. Здесь сразу же, как это связано с настройкой и с публичными выступлениями, это про подготовку. То есть мы можем сказать, что да ладно, и в принципе нормально и так все будет, я просто все сделаю, все хорошо. Либо мы можем пойти более долгим, но более спокойным путем, как раз таки через верх. Что происходит, если мы выбираем более спокойный путь? Таламус говорит, ага, значит, отправляем информацию в кору наших полушарий, то есть если отлистать немножко назад, как раз таки в мозг приматов. Таламус говорит, ага, все, мозг приматов, у нас все пошло, замечательно. И мы начинаем сразу вспоминать, что было хорошего, что было плохого, что можно сделать в этой ситуации. Начинаем логически обрабатывать информацию. Значит, для того, чтобы мне сделать хорошее выступление, мне нужно. И начинаем разрабатывать план некий, разрабатываем его. Потом эта информация идет в гиппокамп, который отвечает за долговременную память. Мы что-то сделали, отложили в голову, и у нас все это осталось. Если же таламус говорит, да ладно, ничего не нужно готовиться, он эту информацию сразу же выдает сигналы и отсылает в так называемую амигдалу или миндалевидное тело. И вот эта вот амигдала, она играет ключевую роль в формировании эмоций, в том числе и страха. Есть такая интересная болезнь, называется урбахавите. За всю историю человечества зафиксировано порядка 300 случаев. Это как раз-таки повреждение в этом миндалевидного тела. У человека отсутствует страх. В принципе, как таковой. Ну вот, соответственно, поступает в амигдалу и начинается эмоциональное проживание, начинается страх. Ну и потом, собственно, гипоталамус – это связь между системами, которые вырабатывают гормоны, и нашим мозгом. То есть, если немножко обобщить, мы берем длинный путь. Подумали, оставили у нас в голове некую информацию, все расписали, все сделали, замечательно. И потом уже эта спокойная информация поступает в центр принятия решений, сверяется с тем, что ничего страшного нет. Можно спокойно идти дальше, и гормоны вырабатываются, если вырабатываются, конечно, в небольшом количестве. Если мы говорим про короткий путь, про бездорожье, сразу же у вас начинается выработка гигантского количества гормонов, которые мешают вам принимать какие-то решения. Суть в том, что если мы идем по пути бездорожья, автоматически у нас блокируется все, что сверху. А все, что сверху, принимает участие не только в долговременной памяти, но и в принятии решений, в восприятии того, что нам говорят, и в кратковременной памяти. Бывает так, что на стрессе мы не видим, не слышим, ничего не понимаем. Поэтому целенаправленно нужно стараться готовиться и запускать себя по вот этой длинной дороге. Подготовка – одна из ключевых вещей, которая вообще будет помогать вам в ваших выступлениях. Это то, что я повторяю практически на всех своих курсах, в том числе и на ораторском мастерстве. Без подготовки никуда. Подготовка – наше все. И как себя можно готовить? Ну, понятно, что большую часть мы с вами будем прорабатывать, если кто-то из вас придет на курс по ораторскому мастерству, там будем это делать. Если захотите, конечно. Но в целом сейчас я вам расскажу, как я обычно готовлюсь к каким-то серьезным выступлениям. Как я себя настраиваю? Во-первых, это тело. То есть вам нужно свое тело немножко подуспокоить. Суть в том, что если вы, возвращаясь немножко назад, уже приняли решение меньше готовиться, и у вас запустилась выработка гормонов, соответственно, эти гормоны нужно куда-то деть. Они просто сами по себе особо не сгорают. Тот же самый адреналин – это гормон действия.
Нужно резко что-то делать. Что можно делать? Это приседания, отжимания, любые физические упражнения, бег, все что угодно. В идеале, конечно же, это, знаете, такое, может быть, слишком общее понятие, как водные процедуры. Сауна, баня, ванна, вот в таком формате очень хорошо помогает. Плюс, если мы говорим про тело, очень хорошо помогает пластилин, как ни странно. То есть нужно что-то помять в руках. Это могут быть мягкие игрушки, но и плюс пластилин, он сам по себе такой достаточно гибкий. Соответственно, очень хорошо его можно помять и встретить некое сопротивление. Это очень здорово помогает. Второе, что можно сделать в плане самонастройки, это позаботиться о себе. Что это такое? Это устроить себе максимально благоприятную обстановку. Если вы, допустим, будете выступать из дома, то постарайтесь сделать так, чтобы вам было комфортно. Наденьте любимую одежду. Это могут быть любимые запахи, теплый чай, какие-то любимые вещи. Есть еще такое понятие якорь. Вот. Попробуйте использовать так называемые якоря. Вот, допустим, у меня якорь – это вот это вот кольцо, оно мне помогает. Оно сидит на руке, я понимаю, что все хорошо, все замечательно. Я его ношу практически на всех тренингах. Что еще можно посоветовать в плане заботы о себе, опять-таки связывая с телом? Если вы выступаете из дома, и немножко более общий вопрос, то есть тоже касается самонастройки. Суть в том, что иногда бывает очень сложно перейти с работы где-то в офисе на домашнюю работу. Сам через это проходил, очень долго привыкал. Что мне помогло? Каждое утро я встаю и стараюсь одевать рабочую одежду. Ну, поскольку я работаю зачастую в костюме, значит, я сижу дома, но в костюме. Потому что если вы не меняете свою одежду, вот как стали в пижамке, так и работаете, у вас мозг не всегда понимает, что же происходит. Старайтесь переключаться. Ну и опять-таки позаботиться о себе, это про хорошую, любимую какую-то одежду. Если у вас выступление будет вживую, постарайтесь найти себе какую-то поддержку, чтобы вам сказали что-то хорошее. Это тоже крайне важно. Третье. Физические упражнения. Тут речь идет больше про регулярные упражнения, не про ситуативные, вот конкретно сейчас нужно сделать упражнения, а больше про регулярные. И вот эти вот регулярные упражнения, они очень хорошо помогают нам наше тело чувствовать, и через тело очень много что можно проработать, гораздо больше, чем через те же психологические какие-то техники. Четвертое. Переключение внимания. Поскольку, если вы отлистаете немножко у себя в голове назад, вспомните, я вам говорил о том, что наш мозг, он не в состоянии сразу же в нескольких ипостасях быть. И если вы хотите более некого логического подхода, постарайтесь эту часть мозга запустить. Каким образом? Посидите и подумайте, допустим, о будущем, но о каком-то хорошем будущем. Поставьте цели, помечтайте, то есть что-то конкретное должно быть. Можно попробовать написать рассказ с деталями. Главное – переключить мозг, потому что понятно, что иногда бывает очень сложно, когда мы находимся в эмоциональном состоянии. Попробуйте расписать. Вот просто сесть и начать писать. Есть такая техника, называется free writing, то есть свободное письмо. Вы садитесь и просто начинаете описывать все, что происходит вокруг вас. Постепенно мозг перестраивается на некоторую структуру и начинает уже выдавать вам некие связанные предложения. Это действительно здорово, действительно работает. Самое главное начать. Переключить внимание. Как еще можно переключить внимание? Если вы, допустим, очень сильно злитесь, очень сильно расстроены чем-то, попробуйте написать письмо. Естественно, не отсылая никому, и написать от руки. Есть письмо гнева, так называемое, когда вы очень сильно на какого-то человека злитесь, и начинаете писать. Уважаемый человек, вот это, в принципе, можете писать все, что хотите, но самое главное – это письмо не отсылать, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Соответственно, вы это письмо написали,
И суть в том, что ваш мозг, он с эмоционального переключается на логический. Вы пытаетесь подобрать аргументы, вы пытаетесь построить четкую связанную структуру, гораздо проще становится. Самое главное, вот этот эмоциональный фон снизить. Не факт, что он уйдет полностью, но немножко снижать его – это то, что нужно. Полностью от стресса, скорее всего, не избавиться. Но это нормально. Стресс, он как некая часть нашей жизни, даже иногда помогает. И пятый способ самонастройки – это дыхание. С дыханием тоже будем работать на курсе ораторского, кто придет. Что может быть как бы подразделом таким вот этого дыхания? Это медитация, дыхание по счету, задержка дыхания, некая система. Суть в том, что наш организм, он зачастую требует какой-то системы. Попробуйте дышать по системе. Плюс, опять-таки, посмотрите все, что связано с диафрагмальным дыханием. То есть дыхание при помощи грудных мышц, есть дыхание при помощи диафрагмы самой по себе. Соответственно, это очень хорошо помогает нам именно дышать и насыщать наше тело кислородом. Это то, для чего, собственно, дыхание происходит. Вот эти пять способов, они по большей части охватывают все, что связано с самонастройкой. Понятно, что существует еще такой формат, как подготовка. Подготовка – это вообще отдельный момент. Это просто, скорее, потраченное вами время на некие подготовительные вещи, связанные с вашим выступлением. Оно может быть абсолютно разным, но суть в том, что пять методов самонастройки, они перед вами. И если немножко копнуть внутрь, то стоит, знаете, озвучить следующие вещи, то вот эти вот методы самонастройки, они помогают не только при каких-то публичных выступлениях, при всем, что связано с докладами, рассказами, презентациями, но и, в принципе, практически везде. Любые важные вещи в вашей жизни, любые важные события, их можно, скажем так, переживать, проживать гораздо проще, используя вот эти методы самонастройки. Почему я очень часто говорю по поводу публичных выступлений? Потому что публичные выступления сами по себе – это одна из самых лучших проработок стрессоустойчивости. Как я вам уже говорил, заканчивал я Бауманку, у нас вообще, в принципе, технарей не учат выступать публично. В один момент очень захотелось это прокачать и сделал, ну, как раз-таки при помощи публичных выступлений. Очень стрессово было, не совсем понятно, что делать, как выступать, что говорить. Вот эти вот непонятные люди передо мной, что с ними делать. Очень хорошо помогает прокачиваться. Именно поэтому, если у вас, как вы это ощущаете, возможно, существуют какие-то моменты, связанные с публичными выступлениями, со стрессом, или просто со стрессом, то одна из самых лучших вещей для прокачки – это публичные выступления. Если мы говорим про публичные выступления, то в целом, наверное, практически нет направления, где они не пригождаются. Даже те же самые программисты очень часто сталкиваются с тем, что необходимо защищать свой проект, допустим, представлять свой проект. Это тоже публичное выступление. Плюс существует термин под названием продажа. Продать себя, продать свой проект, продать свой продукт, продать свою идею. Не совсем обязательно это будет что-то связано именно с прямой продажей, но это значит, что вы должны другому человеку передать что-то от себя. И это нужно уметь, это нужно учиться. Понимаете, вот эти вот навыки свободного говорения, они в наш век нужны очень много где. Это действительно важная вещь. И что стоит сказать, какие компетенции вы сможете добавить себе в резюме после прохождения курса? В принципе, конечно же, тот же самый курс по ораторскому – это умение делать убеждающие презентации. Все, что касается убеждения, да, будем проходить, будем изучать, как убеждать других, как до них доносить информацию. Второе. Решать трудные ситуации во время выступления, потому что у очень многих людей сталкиваюсь с тем, что сама презентация идеальна, но как только вылезает какой-то сложный слушатель,
и говорит, у вас здесь все не так, все неправильно, ну, автоматически сразу же наступает паралич, непонятно, что говорить, непонятно, почему именно так отвечать, что вообще происходит, непонятно. Тоже будем разбирать, будем тренироваться, это все будет. И очень важный навык гибкости – это подбор каких-то конкретных инструментов публичных выступлений для каждой целевой аудитории. Суть в том, что доносить одну и ту же мысль до разных людей нужно по-разному. Самое простое разбиение – это технари-гуманитарии. Я его не очень люблю, потому что оно такое очень условное. Но в целом технари-гуманитарии – совершенно разные слова. Вот абсолютно разные слова. Их нужно подбирать периодически. Что за курс? Его особенности. Во-первых, понятно, что, конечно же, современные методики, инструменты. Стоимость зависит от того способа обучения, который вы выбираете. Это может быть очно, может быть онлайн. 16 академических часов, то есть 2 дня будет прохождение. Диплом, конечно же, получите потом. Старт у нас 3 апреля. И навыки и знания, я вам уже проговорил, которые у вас будут в результате получения вот этого диплома. Если кто-то из вас надумает, существует еще комплексная программа касательно ораторского искусства, публичных выступлений, в принципе, как такового, называется «Ораторское мастерство». Она включает в себя первый модуль, такой большой достаточно первый тренинг, и второй. То, что я вам сейчас озвучивал, это первый модуль, второй – это профессиональный оратор. Там упор идет на именно аргументацию, то есть как аргументировать свое выступление. Почему именно так, почему именно мы должны выбрать пункт номер 1, а не пункт номер 2. Как в этом убедить и, конечно же, отработать, потому что тот же стресс, стрессоустойчивость, да вообще, в принципе, любой навык, тоже ораторское мастерство, отрабатывается на практике. Нельзя прочитать книжку и сказать, что вот теперь я прекрасный оратор. Нет. Мы должны все это делать при помощи совершенствования нашего мозга, выстраивания новых связей нейронных. Немножко отойду в сторонку вот по поводу нейронных связей. Очень часто нам с детства, по крайней мере, вдалбливали, что нейроны – самая важная вещь в нашем мозгу. На самом деле нет. Самая важная вещь – это нейронные связи. Потому что сам по себе нейрон – это просто ну, некая вот клеточка прекрасная, замечательная. Но все, что у нас есть в голове – это нейронные связи. Чем толще и мощнее эта нейронная связь, тем нам проще и легче жить. Понятно, что сначала, когда мы учимся выступать, когда мы учимся чему-то новому, у нас нейронная связь очень маленькая, очень слабая, поэтому нам бывает страшно, непривычно, мы что-то забываем, теряем, да все что угодно может происходить. Чем больше занимаемся, тем больше эта связь нарастает, мозг понимает, что по этому пути у нас часто идут сигналы, говорит, здорово, значит, нужно эту связь делать получше. Вот, в принципе, и все, что происходит. Какое в центре специалист есть обучение, каких форматов? Как я и говорил, очное, очно-заочное с видеозаписями, индивидуальное еще есть при помощи вебинаров. И для курса ораторского мастерства это недоступно, но это открытое обучение, когда вы просматриваете видеозапись уже готовых тренингов. В принципе, у любого из этих способов есть свои плюсы, какие-то особенности, каждому свое. Очень часто сталкиваюсь с тем, что кто-то выбирает один, кто-то выбирает другой. Я, если вы, конечно, можете попасть в очном формате, за то, чтобы пришли очно, посмотрели, попробовали, потому что любая коммуникация очная, она во многом гораздо быстрее запускает формат в нашем мозге именно построение нейронных связей. Это действительно очень классная и здоровская штука. Ну что ж, коллеги, хочется услышать от вас ваши вопросы, есть ли они по сегодняшнему семинару. Так. Если есть вопросы, пишите в чатик. Я хочу вам одну интересную еще вещь рассказать. Может быть, кому-то это будет интересно, скажем так, подходящий в нужный момент, есть в центре специалист, вы можете перейти по QR-коду, бесплатная консультация по профессиональному развитию.
Очень классная штука с промокодом. То есть вы поймете по программе обучения, если вдруг вам захочется что-то новое узнать, посмотреть, постройте для себя некий план развития своих компетенций и поймете, как эти компетенции приобрести, зачем вам это нужно. Потому что ключевой момент, если откатить немножко назад наше с вами обсуждение, мозг очень хорошо работает в логическом формате с пониманием того, что нам конкретно нужно. Если вы понимаете, что нужно, цель, у вас гораздо меньше эмоциональная вот эта составляющая, которая вам может мешать, которая может вмешиваться в ваше действие. Если у вас четко простроена цель, вам гораздо лучше, гораздо проще и гораздо интереснее вам идти вперед. Вот такой вот формат. Может быть, кому-то из вас будет интересно. Ну что ж, коллеги. Так, вот, Александр пишет. Какую русскоязычную литературу можете посоветовать? Русскоязычную вы имеете в виду на русском языке написано, да? Просто в основном исследования зарубежные. Есть несколько книг, которые на русском. Так, секундочку, я автора не помню. Сейчас я вам скажу. Книжка называется «Гормон счастья». Сейчас я спрошу у Гугла автора и закину вам. «Гормон счастья». Очень хорошо и очень доступно объясняется, как вообще наш мозг функционирует. Почему именно в таком формате он функционирует? Почему мы испытываем такие чувства? Почему у нас есть грусть? Почему у нас есть радость? Очень хорошо и доступно, что самое главное, потому что в основном научная литература, она очень-очень-очень сильно перегружена. Здесь очень классно все расписано, плюс книжка очень популярная. Мы обсуждали недавно с коллегами, то есть там очень большие допечатки, очень большие тиражи. Для подобного рода книги очень интересно. Плюс в ней есть план того, как можно себя прокачать за 45 дней. Может быть, кому-то из вас это будет интересно и актуально. Прокачать в каком плане? Прокачать в плане гормональном. То есть что делать, чтобы у нас было хорошее настроение, чтобы мы были более стрессоустойчивы. А там все это разбирается, ну и, соответственно, разбирается, как эту привычку построить. Потому что есть разные теории, что привычка 21 день строится, 45 дней, 10 тысяч часов, да все что угодно. Автор книги говорит, что это 45 дней. Нужно для того, чтобы у вас выработалась привычка достаточно быть позитивным и здравым. Либо более позитивным и более здравым, чем сейчас. Как-то так. Коллеги, еще вопросы, может быть, у вас есть? Я понял. Как я понимаю, вопросов нет. Давайте поступим следующим образом. Если вопросы появятся, вы можете задать мне их через почту специалиста. Она есть на основном сайте. Либо по почте моей в центре специалист. Сейчас я вам пришлю ее в чатик. Специалист.ру. Да, все верно. Окей, коллеги. Соответственно, презентацию вам, если что, тоже пришлют, если это будет интересно. И сможете углубиться в эту тему, посмотреть ее, почитать, потому что, к сожалению, повторюсь, на русском языке она не сильно распространена. То есть нужно было информацию более подробно искать, изучать в англоязычном секторе интернета. Ну что ж, надеюсь, что для вас наш семинар был полезен, узнали новое. Так, Александр спрашивает. Спасибо вам, Александр. Касательно якоря. Насколько это важно для настройки к выступлению? Какие они могут быть?
Александр, смотрите, якорь может быть практически любым. Это что-то, что, скажем так, для вас является дорогим, при этом это можно носить в обществе, если оно у вас на виду, потому что для мужчин, как сами по себе аксессуары, это изредка кольцо, это может быть какой-нибудь кулончик, который спрятан, но не виден, изредка браслет, часы, иногда запонки. Все, то есть это то, что официально разрешено мужчинам в обществе. Женщин попроще, потому что, в принципе, там и бусы, и сережки, да все что угодно. Это может быть какое-то счастливое платье, счастливый костюм, счастливая кружка, да все что угодно. Единственное, старайтесь этот якорь сделать так, чтобы вам было сложно его разбить или потерять. Потому что если это что-то хрупкое, ну, допустим, та же самая кружка. Вот мы пришли с этой кружкой на выступление, она взяла и разбилась прямо во время выступления. Это очень-очень стрессовый момент, потому что многие на этот якорь, допустим, вот на эту кружку, очень много накладывают. Вот кружка замечательная, какая прекрасная. Она самая моя любимая. И, соответственно, разбилась, все. Какая взаимосвязь? Ну, смотрите, для многих людей вот этот якорь – это единственный признак того, что все идет хорошо. Ну, то есть это некий способ обмануть мозг. То есть если со мной вот эта кружка, значит, все будет хорошо. Наш мозг понимает, ага, кружка хорошо. У него выстроена взаимосвязь. Соответственно, если нет кружки, значит, все плохо. То же самое, кольцо на мне, значит, все пройдет замечательно. Нет кольца, все плохо. Если вы просто вот последите за тем, как наш мозг обрабатывает информацию, иногда что-то с утра происходит, и мы идем везде и думаем, вот с утра мне кто-то улыбнулся, поздоровался, либо что-то хорошее случилось, все, будет день классный и здоровский. Ну, то есть какое-то событие, и автоматически наш мозг простраивает, что все будет замечательно. То же самое, произошло что-то плохое, наш мозг начинает простраивать взаимосвязь, что нужно к этому плохому готовиться. Это просто ассоциативный ряд. Когда мы видим любимых, близких, дорогих, замечательных людей наших, у нас автоматически запускается реакция, что это хорошо. Может быть, не очень красиво сравнивать, допустим, мужа, жену с кружкой, но примерно похожая в чем-то ситуация. То есть мы видим, у нас запускается определенная цепочка в голове. То же самое, якорь, ощущение на теле, пошло в мозг, все хорошо. Вот, собственно, и вся взаимосвязь. Якорь – одна из рабочих тем. Вот одна из рабочих для многих людей религиозных – это крестик. Вот, по крайней мере, большинство людей в России, именно верующих православных, соответственно, это крестик. Если крестик со мной, значит, все хорошо. У всех свой символ, у всех какая-то своя интересная вещь. То есть, если крестик, допустим, для вас не является такой вещью, найдите себе что-нибудь еще, какой-нибудь другой якорь. Это действительно работающая штука. И, конечно, интересный момент, но якорь иногда может терять свои свойства. Давайте это так озвучу. Постепенно, потихонечку, либо в результате каких-то очень сильных эмоциональных событий, якорь может потерять свои свойства. Было несколько раз у меня, якорь теряет эту штуку, ну и приходится, соответственно, либо новый якорь заводить, либо уже как-то старый переделывать, что-то с ним делать, накачивать заново энергией. Вот, собственно, и все, что с ним можно сделать. Но это действительно работающая вещь. Как-то так. Ну что ж, коллеги, семинар наш подошел к концу. Спасибо еще раз, что были вечером со мной. Надеюсь, узнали новое. Подумайте просто для себя, что вы себе отложите с этого семинара и что будете использовать, потому что знания во многом теоретические, однако, если подумать, как вы сможете применить это в своей жизни, все получится. Всего хорошего. До свидания.